80-летний юбилей отметило одно из старейших предприятий российской ракетно-космической промышленности. Научно-производственное объединение имени Семена Алексеевича Лавочкина было основано в СССР как авиационный завод на территории бывшей мебельной фабрики в Химках. В годы Великой Отечественной войны на его базе выпустили более 22 тысяч самолетов-истребителей. В 60-х начались триумфы в космической сфере. Стартовало производство станций, посадочных аппаратов и спутников. Первые в мире мягкие посадки на Луну, Венеру и Марс. Первый искусственный спутник Луны. Первая автоматическая доставка на Землю лунного грунта. И еще множество других событий, приставкой к которым служит слово «первый». Сегодня основная деятельность предприятия – производство космических аппаратов и разгонных блоков. Поздравить коллектив научного центра с богатой историей приехал глава Химок Дмитрий Волошин. Я еще раз хочу поздравить вас всех с юбилеем. Хочу пожелать вам динамичного развития и новых побед. С глубоким уважением к вам, администрация города Химки. Спасибо. В наше время в НПО имени Семена Алексеевича Лавочкина создают новую серию автоматических космических аппаратов. На них планируют проводить уникальные эксперименты в неисследованных ранее районах Южного полюса Луны.